Когда вы общаетесь с доминантным и хотите с ним ужиться, будьте кратким, не болтайте много. Говорите кратко и по существу. Первое правило. Простое, но попробуйте некоторые выполнить. Да? С доминантными надо говорить кратко и по существу. Не надо никаких там драматизаций, не надо множества подробностей, не надо заходить издали, не надо растекаться мыслью по древу. Кратко и по существу. Второе правило. Вежливая твердость. Вежливая твердость. Обратите внимание, вот это как бы идет от нормирования. Лучший вариант нормирования. Получается, что у вас есть свои принципы, у вас есть свои как бы ценности, которые для вас настолько важны, что вы как бы будете стоять. Вот. Но когда на вас наезжают и требуют, нет, ты сделай вот так, против ваших ценностей, вы не должны орать, там, бросаться и сказать, я тебя убью. Вы должны вежливо отказывать, но продолжать стоять на своем. Вот такое поведение нужно для доминанта. Вот это, на этого нормально, таких начинают уважать. Третье правило. Делитесь доминантным идеями и информацией, но не имуществом и не деньгами. И третье правило, извините, это уже будет четвертое правило. Оно совсем простое. Оставляйте последнее слово за доминантным. Вот так. То есть ни в коем случае, несмотря на твердую принципиальную позицию, несмотря на то, что вы как бы ему подмену делаете, вместо того, он это забирает, вы ему другое даете. То есть вот тоже его переигрываете умственно. Вот, ни в коем случае не пытайтесь посягать на то, что он главный. Поэтому даже если все получается, вы даже задумали, да? То есть план ему настолько логичный, хороший дали, что он воспользовался. Но он это выдал за свое, учтите. И вы не должны сказать, это я тут придумал, это мое там. Ни в коем случае. А сказать, да, ты такой умный, да, я тебе там какие-то детали подсказал. А главное, это же твоя идея. Вот так. То есть последнее слово. Или если какое-то есть такое вот сопротивление прямое, да, прямое, вот, то тогда тоже не перечьте ему, потому что если уже прямое лобовое сопротивление, да, то тут даже вежливая твердость уже не поможет. Тут просто надо оставить слово за ним, и все. Он как сказал, так, надо сказать, вот как ты решишь, так и будет, и уйти.